Опять же за 60 пески взметнулись и висят, и лезешь бронетранспортер, как полыхающий костер, выхватывая из огня боекомплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси пустыню. 6 дней назад сказал комбат, разведка видела отряд, прет от границы прямиком, наверное, коротко знаком. С оазисами на пути, и мы должны его найти. А сколько их еще? Спроси пустыню. Гудят вертушки день и ночь, они хотели бы нам помочь. Да разглядишь ли свысока среди проклятого песка, где разбежались и легли десяток те, кто ближе шли. А сколько их еще? Спроси пустыню. Во флягах кончилась вода, подбросят небом не беда. Беда, что пьют из кишлаков, они чужие средь песков. Там богатеи пролят сласть, плевать им на Кабул и власть. И сколько их еще? Спроси пустыню. 6 дней в песках искали день, 7-й удачный выпал день. Подул на облиться наконец, ни пыль, ни ветер, рассвинец. С бархана, с гребня, с бугорка ударили 3 дыршака. А сколько их еще? Спроси пустыню. Пускай под 70 жара, сегодня лучше, чем вчера. 2 взвода двинуты в обход, их прикрывает 3-й взвод, 4-й с 5-ым на заслон, гранатометный взвод на склон. А сколько их еще? Спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас? Когда кончен разговор и тащит бронетранспортер, перехвативший за приклад в тебя стрелявший автомат. А сколько их еще? Спроси пустыню.